Вот это что? Вот это? Что? Что это? Это вы сами говорили, что муниципалитет должен проводить благотворительные акции. Это она и есть. Это акция новогодняя для бедных, обездоленных, несчастных собачек. Слушай меня, вот ты Киркин. Значит, я тебе так скажу. Сама идея благотворительности для собак в наше время, когда люди живут сам знаешь как, она уже очень сомнительна сама по себе. Вот это что? Вот это я тебя спрошу. Вот это смета. Расходы на проведение кормежки вот этих бедных, несчастных, обездоленных собак. Так, читаем. Колбаса сервелат, вырезка сырокопченая, семга, слабосольная, устрицы, артишоки, морские греби. Какие гребешки? Не жрут это собаки! Они это не едят собаки! А это, ну ладно, артишоки, а это коньяк марочный, 12 бутылок, виски 4 бутылки, текила 2 бутылки, джин. Да, бутылок! Накануне выборов! Что я избирателям скажу я? Кирилл, сами изволили заметить, что они не едят ни гребешков, ни вот этих вот семги. Но если они перед этим хорошенечко выпьют, то очень даже едят, суки. Кстати, у меня тут вот немножечко вот осталось. Вот. Видите? И забудьте. Дорогусечка.